начала года в Кировско-Апатитском районе произошло 4 пожара. Пострадавших нет, но в одном из случаев пришлось эвакуировать владельца квартиры. Один пожар произошел на даче и один прочие объекты. Первый пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем при курении гражданина, проживающего в ней. А второй пожар произошел по причине аварийного режима работы электросети. Там замкнула электропроводка. Один пожар произошел по причине поджога. Неизвестные лица подожгли сарай, расположенный на улице Гладышева за домом номер 22. Что касается полиции, то в Апатитах по сравнению с прошлым годом преступлений меньше на 15%. В основном они носили бытовой характер. В Кировске с начала года зарегистрированы 2 кражи. Они произошли во время распития спиртного в малознакомых компаниях. Сотрудниками полиции при взаимодействии администрации города Кировска ДНД обеспечена охрана общественного порядка на объектах туризма. Происшествий и преступлений на них не допущено. На период новогодних праздников наряды стрелых подразделений полиции, несущих службу в городе Кировске, были усилены за счет прикомандированного личного состава с других территориальных УВД Мурманской области. В Апатитско-Кировской больнице ситуации, связанных с оказанием экстренной помощи и необходимости транспортировки в Мурманск, не было. 2 праздничных дня работали поликлиники, в которые за терапевтической и педиатрической помощью обратились более 1000 жителей. К врачам, хирургам и травматологам обращались больше не с острыми какими-то заболеваниями или травмами, а обращались те пациенты, которые уже находились при этом на лечении, на больничном листе, приходили с целью осуществления перевязок или каких-то других иных манипуляций. Так, у нас травматологами в Апатитах было обслужено 189 человек, в Кировске 75, и к врачу-хирургу в Апатитах обратилось 60 человек, в Кировске 29 человек. Скорая медицинская помощь работала в полном составе, всегда у нас на линии находилось при этом 5 бригад, то есть 5 машин скорой медицинской помощи. Поездок в город Мурманск, связанные с транспортировкой пациентов, у нас не было ни одной, достаточно спокойно прошли эти праздники. По количеству обслуженных вызовов всего их было за все праздники 516. Мы говорим, что это, в общем-то, ниже по сравнению с прошлым годом была обращаемость. Из них экстренных 248, неотложных 268. Все службы отметили, что праздничные дни прошли относительно спокойно.